уморились покупать непонятные мази, дорогостоящие, в аптеке, в борьбе против грибков на ногах, тогда я вам расскажу очень простой рецепт, народный, как избавиться от грибка буквально за неделю-две. Итак, берем тазик или другую подобную посуду, наливаем туда примерно 2-3 литра горячей воды, горячей, чтобы можно туда было поставить в эту горячую воду ноги. Если вы будете выдергивать ноги на несколько секунд, ничего страшного. Дальше растворяем в этой воде 2,5 столовые ложки натрия двууглекислого, то есть нашей пищевой соды. Хорошо размешиваем, полностью все растворяем и начинаем делать такие себе горячие ванны для ног. Ваших ног, которые поражены грибком. И так делаем примерно где-то 10, можно 15 минут. Сделали вот эти ванночки, вытирать не надо. Вынимаем потом ноги, они быстро обсохнут, так как они горячие. И все, такие ванночки необходимо делать 2 раза в неделю. После этого сушим ноги, не вытирая, и надеваем обязательно чистые носки. Желательно, идеальный вариант, эти ванночки делать на ночь.